Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова сели на проект Remotion Roleplay, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, пацаны, я вам покажу просто охуительную машину для работы дальнобойщика. То есть это реально имба, такого я еще не снимал. Да, был лазончик с третьим чипом, был с пятым чипом, но это, пацаны, поинтереснее. Поэтому видосик обещает быть прям кайфовый. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, покажите в этом ролике очень хорошую активность, я вам буду реально очень сильно благодарен. Ну и конечно же, не забывайте вводить самый лучший промокод, пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера, и вводите промокод Полканов. Z промокод, вы получите 350 тысяч, промокод можно вводить в любом серваке, поэтому вводите, получайте бабки и просто кайфуйте. Ну а я вам желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, вот эта пушечка, просто заряженный такой газончик. И что в нем интересно, вы спросите? Здесь, пацаны, получается, есть третий чип, нитро и, самое главное, гидравлика. То есть это реально просто имбовая машина для работы, то есть лучше просто не придумать. Давайте я вам покажу каркас. Это, если что, тачка Америкоса. Большое ему спасибо, то что смог мне ее предоставить для видосика, потому что, ну реально, мне интересно поработать. И я хочу посмотреть, сколько я заработаю, именно чисто на руки, за час. То есть в этом ролике, пацаны, я буду работать на этой машине час. То есть посмотрим, сколько я заработаю бабок, посмотрим, как бы выгодно это, не выгодно, будет ли разница. Если что, у меня 51 скилл дальнобойщика, то сейчас как бы ивент особо никому дальнобойщики не интересен, то есть сейчас, я думаю, будет много рейсов, можно будет хорошо поработать, нормально, часик чисто будем батрачить. То есть здесь, пацаны, есть гидравлика, как бы вот, можете посмотреть, то что, ну реально, типа, здесь есть гидравлика, да, она там по скорости никак не влияет, но именно для прохождения каких-то препятствий, это очень классная тема, тем более газон, он такой легенький, и на нем можно реально любые препятствия приезжай там. Ну, тачка реально имбовая, пацаны. И посмотрим, сколько мы сегодня как бы заработаем баблишко. Давайте берем первый наш заказик. Посмотрим, сколько мы заработаем. Я еще включу, пацаны, получается, от себя, чтобы я катал. Потому что если буду катать от компании, то это будет типа нечестно. А так мы сейчас посмотрим полную прибыль, потому что на газоне нету комиссии, пацаны. Если кто не знал, на газоне комиссия составляет 0. Итак, пацаны, засекаем как бы время. 15:22, то есть 16:22 мы должны будем закончить. Он еще бочком, пацаны, валит. Это вообще тачка имбовая, пацаны. На ней можно как и работать, можно как бы фаниться. Просто боком едешь вот так вот. Реально, просто бочком херятишь. И максималка у него 200 с чем-то километров. То есть, ну, 202, если быть точным. То есть тачка реально очень веселая, как бы и для работы. И просто покататься, как бы бочком просто наваливаешь на газоне. Но я не знаю, сколько мы заработаем, честно. Как бы я работал на Магнуме с первым чипом. И я за час смог заработать там 300 тысяч, по-моему. А сейчас мы будем работать без комиссии, будем работать в два раза быстрее, можно сказать. Мне кажется, это будет максимально интересно, потому что, ну, таких газонов, на самом деле, мало. Там нитро, гидравлика и третий чип, таких газонов, как бы, почти нету. То есть, это реально редкость, и Максим его собрал. То есть, у него реально кайфовый такой. Реально кайфовый. Я не знаю, сколько ему цена, где-то, наверное, лямов 100. То есть, тачка не из дешевых, короче. Тачка реально нормальных бабок стоит. И самое хорошее, пацаны, то, что, как бы, здесь нету прицепа. То есть, ты взял груз, метку словил, поехал, все. Нитросик под рубам обратно, полетел, родной. Скилл у меня, повторюсь, как бы небольшой, 51-й, то есть, по сути, 50-й, потому что рейсы есть 52-го скилла, а 51-го нету, поэтому у меня, по сути, 50-й скилл, просто ебашим 200 километров, пацаны, просто на фуре, ебать. Ну, это не фура, это, конечно, газон, но сама суть, пацаны, то, что мы реально должны заработать нормально бабок и это сделать максимально быстро. Бля, ну, я, честно, пацаны, кайфую от его работы, я на нем первый раз сейчас работаю, то есть, я на нем не катался вообще. Так, забираем быстренько, опа, мы уже 35 тысяч заработали, прикиньте, реально, это все так быстро происходит. Было бы неплохо рейсы там 50-го скилла брать, чтобы именно сейчас на прибыль поработать. Как бы я хочу именно на бабки сейчас поработать. Не на скилл. Если бы я хотел бы на скилл, я бы катал бы короткие рейсы. А я сейчас конкретно хочу чисто на бабки, понимаете, поработать. Так, пацаны, залетаем, залетаем, залетаем. Посмотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, в этого, да. Потому что Бусаева ехать вообще невыгодно. Вот этот газон, это мечта любого просто дальнобойщика, как бы. Я, конечно, пацаны, больше люблю Магнум, как бы, всей душой и сердцем. Потому что, ну, Магнум, это атмосферно. Типа, ну, это прикольно. Потому что прицепы, фуры, там, туда-сюда. А газон именно такой, знаете, для работы. Именно для фарма бабок. А Магнум, это так, знаете, для души, чисто покататься, покайфовать. Нитросик подрубил, полетел, родной, давай. 200 выжимаем. Бля, ну, нитро, пацаны, это пиздец имба, реально. То есть, я работал много раз
раз на газоне чисто с третьим чипом, но именно с нитро работаю первый раз, реально. Нитро гидравлика первый раз, ну а с третьим чипом и с пятым я катался. А прикиньте, пятый чип, ебать, гидравлика и нитро. Не, ну бля, на нем так быстро работать, комфортно, пиздец, реально. На магнуме, знаете, он такой тяжелый, сука, еще прицеп, и ты, знаете, типа его подлавливаешь там, аккуратненько проезжаешь, а здесь ты, сука, что, блядь, на велосипеде едешь, реально, вообще похуй. Еще дрифтом, ебать, та ты шо, ебать, бачком чисто дрифт, ебать, еще и фарм денег, пацаны, вот это я понимаю просто. Нитросик обратно подрубаем, боком, 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 ой-ой-ой-ой, ты шо, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, вот це уебало нахуй. Бля, вот эти радары так кумарят просто. Как они заебали, просто уберите их нахуй отсюда. Опа, опа, ча, пацаны, пошла жара. Бля, это ебать такой дрифт корч, все пизда, пацаны. Опа, 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 перекладка, пацаны, перекладка. Ха-ха, вот это нормально, пацаны. Я понял, что надо брать для дрифта, пацаны. Надо такой аппарат, ебать, брать и просто боком раздавать. Реально, это просто дрифт корч, ебать. Вот это он бочком раздает, ебать сам страться нахуй. Я аж себе захотел, пацаны, газон. Хоть я люблю махну, но для дрифта реально я бы себе газон взял бы. Чисто, чтобы боком наваливать, потому что я пробовал на 5.60, на Ешкиного пробовал боком ехать, ни в какую. А здесь он просто так охуенно рулится еще. У меня еще нитро нету, сейчас надо будет заехать 24/7. Ну чисто в интерьер зайти, чтобы нитро появилось. Еще у него целка немножко убитая, пацаны, поэтому придется, наверное, на заправку заезжать со временем. Так, сейчас быстренько забегаем сейчас. В интерьерчик заходим просто. И выходим, ебать, отсюда нахуй. Потому что самый лучший магазин где? Правильно, в роговичах, пацаны. Газульку в пол и полетел просто. И полетел, родной. Вот так вот, просто газульку в пол, ебать. Да, вот так, похуй на этот радар, ебать, вообще, похую. Опа, опа, в дрифте, пацаны, в дрифте я груз даю. Опа, ебать же он ускоряется жестко с нитро, реально. Боком, боком, боком. Ебать! Вот это тема, пацаны. Бочком обратно. Перекладка, перекладка, пацаны. Блять, не заехал. Было бы красиво себе заехал боком. Опа, раз, два, три. Бля, на нем так хочется дрифтить, пацаны, вы не представляете. Какой же он охуенный по дрифту, бля. Не, у Максика вообще газончик такой пиздатенький. Номера прикольненькие такие. Кум, восьмерочки, все дела. Максим уже собирает восьмерки и семерки, а я собираю четверки номера. Поэтому вот как-то так. Не, ну Максика реально заряженный просто. Такой газончик. Я теперь реально его понимаю, почему он на нем реально ебашит. Просто постоянно. Если в такой конфигурации, пацаны, это просто лучшая машина для работы. Блин, был бы у меня с этой скилл, конечно, было бы поинтереснее записать такое видео. Но, пацаны, как бы, что есть, то есть. Поэтому, если что, извините, как бы. Еще с этой скилл я не вкачал. А обратно, пацаны, вырываемся бочком. Ух, ебать, 360 почти наебнул, пацаны. Ой-ой-ой, станечек, извиняй. Извиняй, братанчик. Кентика тупо уебал только что, случайно. Бать, как он боком едет, пацаны. Я не знаю, он заебал, наверное. Но он реально так боком охуенно едет. Это пиздец, реально. У меня такая улыбка просто наебала. Надо было с вебкой снимать. Реально, у меня такие эмоции просто этой машины, блять. У меня улыбка до ушей просто, реально. Бля, какой он пиздатый просто. Я так Максиму реально, ну, по-доброму завидую, потому что он реально красавчик, он собрал очень хорошую машину. Ну что ж, дамы и господа, я довожу последний рейсик, который я успеваю сделать. Ровно, пацаны, мы поработали час, я заработал почти 500 тысяч рублей. То есть прибыль заметно больше, чем на магнуме. Ну реально заметно. Где-то на 200 тысяч я заработал больше, чем мог бы заработать на магнуме. Ну реально, пацаны. Поэтому я считаю то, что это просто очень бовая машина. Я очень рад, то, что я смог на ней поработать. Ну реально она очень кайфовая. Мне прям очень сильно понравилось. То есть тачка реально для души, для кайфа. То есть реально классная. Для работы вообще просто идеальная. По итогу я заработал почти 500 тысяч. Давайте посмотрим по скиллу. По скиллу у меня, в принципе, прибавилось, ну, где-то рейсов, наверное, 30 прибавилось. То есть, пацаны, 500 тысяч за час, с учетом того, то, что у меня, как бы, 50-й скилл, мне кажется, это очень даже хорошо. Если работаем на 100-м скилле, на 120-м, то, мне кажется, можно зарабатывать, ну, около миллиона спокойно. Максиму большое спасибо, что дал мне возможность поработать. Я, наверное, еще потом поработаю после серии, либо на стриме. Реально, очень понравилось, очень хорошая машина. Для заработка просто ничего лучше не придумать. Конечно, Magnum, да, по атмосфере поинтересней, но в плане заработка газон все-таки выше намного на голову. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.